Привет всем. Начал читать такую замечательную книжку. Называется «Среди цветов. Рассказы старого садовника». Книжка понравилась, и вот решил написать на нее отзыв. Книжка представляет собой вот такое толстое издание с тесемочкой в твердых корочках. И, как я понял, это копия старинной книжки. Вот такой. Старый-старый. Вот, дорогие юные читатели, перед вами новый оригинальный вариант чудесной старинной детской книжки, написанной французским ученым Эмилем Дебо и переделанной специально для русских детей писательницей Анной Борисовной Хвольсон, которая, кстати сказать, придумала забавного человечка Мурзилку. Впервые книга «Среди цветов. Рассказы старого садовника» была издана на русском в конце 19 века, то есть более 115 лет назад. И ее читатели, возможно, еще ваши прабабушки, когда были маленькими, сегодня среди тех книжек остались единицы. Поэтому мы решили сделать вам подарок и напечатать книгу заново. Мы бережно сохранили черно-белые иллюстрации и заставки оригинала. Но наша книга непростая, она с секретом. И когда откроете первые страницы, вы увидите лежащую на столе раскрытую старинную книгу, поверх которой кто-то небрежно разбросал множество цветных картинок. Здесь и рисунки из ботанических атласов, и красивые фотографии, и красочные репродукции с картин известных русских и зарубежных художников с великолепными пейзажами, аппетитными натюрмортами, любопытными жанровыми сценками. А когда вы начнете читать книгу, то сразу поймете, что рассеянный чудак, забывший на страницах цветные картинки, просто хотел помочь вам совершить вместе с любознательной девочкой Нютой увлекательное путешествие в мир живой природы и своими глазами увидеть цветы и деревья, насекомых, птиц и животных, о которых рассказывает старый садовник. Вот, ребята, я прочитал вам введение. Конечно, я добавлю еще от себя. Книжка классная, я сам ее начал читать и очень был удивлен и счастлив. Потому что очень редко попадаются такие интересные книжки, которые можно читать вместе с детьми. И не только вместе с детьми, но еще и самому. Сами взрослые много почерпнут отсюда. Здесь рассказано про историю девочки, которая поселилась в доме на полуострове Крым. Вот. И рассказано, как она начинала познавать садоводческое хозяйство вместе со своим старым садовником. Там такой дед был старый, и он был больной, у него была сломанная нога и рука, когда приехали новые жители в этот дом, и вот в усадьбу. И потом он выздоровел и начал выращивать огород вместе с маленькой девочкой. Книжка интересна тем, что на ее страницах можно видеть классные репродукции картин. То есть они в тему. Вот, допустим, если написано здесь по тексту, то и картинки тоже такие же. Вот. Ну, я, например, как бы в обычной жизни мало картин интересовался, но здесь я посмотрел, мне стало интересно. Много картин великих художников. И детишек очень можно легко приучить к искусству через эту книжку. То есть, допустим, вот вы читаете в книжке, видите картинку, видите сценку, и еще показываете ребенку вот такие вот красивые картины. Вот. Здесь очень много чего написано, объясняется флора полуострова Крым. Ну, очень там хорошая погода, теплая. Вот. И как девочка познавала мир. Вот сначала она дождевого червяка нашла. Очень испугалась. Можно вместе с детишками это... Когда читаешь, очень понятно написано. И дед садовник, он объясняет, как червяк живет, что он ест, как он... Что из себя представляет. Вот. Также здесь много других глав, посвященных разным растениям,
животные, вот жаба, например, про жабу рассказ. Как девочка нашла жабу, очень сильно испугалась и бежала оттуда. Но потом дедушка рассказывает про жабу, какая она полезная, что она много насекомых кушает и что приносит много пользы. И жаб нельзя убивать. Вот. Также в истории про девочку здесь упоминается еще внук садовника, мальчик, и еще приезжий мальчик. Вот. И как они вместе играют, как познают мир. Вот как дедушка здесь рассказывает, как семена, из чего вырастают растения. Как они размножаются, растения. Что вот внутри, как, когда созревает растение, что с ним происходит. Про устройство цветка рассказывают. Из чего состоит цветок, какие там пестики или еще там плодовые ножки там. В общем, про розы, вот из чего роза состоит. Про птичек разных. Про жуков. В общем, потрясающая книжка. Я такой красочной, информативной книжки до сих пор, какая это, я еще не видел. Вот, например, про ласточек я много узнал, что, оказывается, некоторые ласточки делают свои гнезда из икры рыб. И эти гнезда потом съедобные. Вот, этого я не знал. Вот такие. Много картин Крыму посвященных. Вот мы ездили в Крым. У меня, например, эти картины вызывают очень большую ностальгию. Вот история про кошек. Интересно, как мальчик, внук садовника, нес бутерброд с мясом. И кошки за ним погнались. И потом он упал. И отобрали у него это мясо с бутерброда. История про петрушку. Это такой... игрушка, кукла, как ребятишки играли. Я уже сам забыл, кто такой Петрушка. Только по детским сказкам можно вспомнить, что, оказывается, раньше жили такие. Вот очень много картинок потрясающих. Вот, то есть можно ребенку показывать, допустим, вот здесь на картинке мы видим кошку, которую воспитывает мальчик. Он ей показывает, что нельзя цыпленочек есть. И же кошка внимательно сидит и слушает. Вот. Вот другая картина про кошек. Интересная. Ну, книжка потрясающая. Можно долго-долго читать, зачитываться. Вот про светлячков рассказ. Кто такие светлячки? Какие они бывают, что, оказывается, у женские и мужские разные различаются. У женских, по-моему, крылышков нет, у мужских крылышки есть. И женские светятся, и мужских приглашают к себе. Вот, про дыню рассказ. Оказывается, вот, например, я не знал, но здесь написано, что дыню нужно больше 4 плетей убирать, остальные лишние убирать, оставлять только 4 плети, и на них по 4 цветка. И цветки у дыни бывают разные, бывают с тычинками, а бывают с плодоносящими. Вот, которые с тычинками, если их оборвать, то потом плодов не будет. Оказывается, тычинки там, они пыльцу производят, и нужно опылять. Пчелы это используют и опыляют это. Вот. Вот про цветущее фисташковое дерево рассказано, что фисташковое дерево тоже бывает двух видов, мужское и женское, что одно без другого не будет плодоносить. Вот про дыни рассказ, то, что я вам говорил, как дыни размножаются. В общем, здесь много-много чего интересного. Самое красивое – это картины. Такого изобилия картин я нигде не встречал. И чтобы детская книжка была посвященная каким-то детским рассказам, вот как мы раньше читали про Поллианну, еще про Незнайку, там еще про другие. То есть здесь в этой книжке очень много картин великих художников, которые размещены в тему. То есть идет текст про растения и картины, посвященные этому растению. Идет текст про другие вещи, про природу и картины, посвященные этому растению.